Всем привет! С вами канал Стофики и я, ваш любимый Санечка. Сегодня у нас 7 апреля и мы вышли на рыбалку. Опять в ночную и опять на то же самое место. И сегодня с нами рыбачит Айкель. О! Еще один рыбак тут с нами появился. Думаю, что будет все время с нами ходить. Калюнька, покажись. Вот он, Калюнька, познакомьтесь. Ну и, конечно же, за кадром вы знаете, кто. Пришли мы буквально где-то часик назад, пока пробурились, начали рыбачить. И прошло вот 20 минут, и мы вот столько наловили рыбки. Вот. Клев, конечно, не очень сильный, потому что у нас за бортом сегодня минус 16. Ветер 4 метра в секунду, восток. Сидим мы в палатке 4Т, снегирь. Ловим также мы. Подо льдом у нас 30 сантиметров, а лед у нас 1,20 м. На мормышку и на отводной крючочек. Ловим мы на тесто. Вот, прикормочка, конечно же, присутствует. Тесто такое же, как я уже и раньше говорил. Это в пропорции 50 на 50. Манка плюс мука. Давай, маленькая, позови бабушку, дедушку. А лучше всего прабабушку и прадедушку. Ну, в палатке, могу сказать, не то чтобы и сильно было тепло. Градусов, наверное, 18. Тепла есть точно, да, Калюнь? Вы все скажете, ничего себе, у них тут минус 16, у нас уже давно уже плюс 16. Нет, ребята, это крайний север. Мы еще рыбачить будем на льду, ну, месяц-полтора еще точно. Клев, конечно, чуть похуже, чем в те разы, потому что в те разы у нас было минус 2, минус 4, и ветер был южный, вот, и юго-запад. То сейчас у нас восток, плюс еще давление поднялось. Но клюет потихонечку, но клюет. Дальняя это у Хайкеля, а ближняя это у Коли. Посмотрим, у кого же первого заклюет, кто же первый поймает рыбку. Опа, я первый, я поймал, смотрите. Вот она! О! О, какая хорошая! Видите, как всегда, ваш любимый Санечка самый первый поймал, а то они так и не поймали, как вот у меня вот то. Ну, в общем, вы меня поняли, вот то самое. На этом, смотрел, ты подписался там, ну, почти только на наших, да? Ну да, на местных. А вообще, каналов много интересных. Допустим, канал такой есть, рыбалка в Оренбуржье. Тоже ребята очень хорошо показывают, рассказывают. У них такие видосы отличные. Вот если слышите меня, привет вам большой. Какая огромная. Дня 3 или 4 назад подписался, я сразу же посмотрел их канал. Канал называется «Рыбалка с шалунами». Молодая пара, ходят на рыбалку. Мне вообще такие каналы нравятся. Молодцы! Тоже, кстати, вам большой привет! О-о-о! Попер бобер! Вот так вот сидим буквально пару часиков и уже вот столько вот наловили сагошки, то есть плотву. Вот каких Калюня таскает. Сейчас он вам покажет. О, какая! О! Завидую я уже вам, ребята! Ловите, как говорится, лето уже, лето! Ходите в футболочках да в ветровочках. А мы здесь еще, Хайкель еще сидит в зимних ползунках, в зимней шапке. Ну, я такой. Сегодня смотрел видео рыбалка с Олегом Яворовичем. Ё-моё, уже сидят там на удочку, на летнюю. Ловят карапчуков по 1,5 килограмма, блин. Карасей больше ладошки. А здесь зима зимой. Ну ничего. Зато ловим тоже. Вон как. Сколько уже настреляли ее. Во. Вон сколько ее. Вон сколько. Вот таких вот у нас тунисец ловит. Сорожен. Полюбилась ему наша рыбалка. Полюбилась. Ну что ж, на этом мы заканчиваем нашу рыбалку. Время у нас уже 10:30 ночи, и мы идем домой.
Смотрите канал Стофити, ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь. С вами был ваш любимый Санечка. Всем до новых встреч!